С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте. У нас сегодня с вами есть возможность немножко как бы со стороны посмотреть и на себя, и на ту жизнь, которую мы с вами ведем вот здесь, в Америке, прожив, кто прожил 5 лет, кто 10 лет, кто 20 лет. Когда я познакомился с моим гостем, и мы разговорились, и он рассказал мне о себе, о своей жизни, мне показалось это очень интересно, не просто интересно, как его личностная жизнь, но и где-то отражающая нашу с вами жизнь и наше с вами поведение, решение и вообще проживание в Америке и в эмиграции. Сегодня у меня в гостях, у вас в гостях Ян Белинский. Он музыкант, он бизнесмен. И если мы потом посмотрим фотографии, мы увидим две очень интересные фотографии. На первой фотографии нам покажут музыканта, который очень красиво смотрится на фоне многих известных сегодня певцов и исполнителей. Вот вы видите 20-летнего молодого музыканта, который приехал, это вот фотография, приехал в Америку в 20-летнем возрасте 40 лет назад. Я правильно говорю? Почти. Да. Во-первых, доброе утро. Доброе утро. Добрый день. И я хочу сказать, что мне очень приятно, что у нас сегодня, я даже как-то такое, у меня предвкушение такое небольшое, что есть сегодня возможность и встреча с человеком, который имеет свою философию жизни, знает, для чего он живет этой жизнью, и оптимист. Вот это самое приятное чувство, самое приятное качество, которое, мне кажется, у людей, которые вот окружают. Если я вижу человека оптимиста, мне всегда становится самому как-то спокойнее жить на земле. Прежде всего, я хочу, чтобы наши зрители чуть-чуть в двух словах узнали о тебе и о твоей жизни. Вот сейчас будет фотографии, несколько фотографий мы покажем. Пожалуйста, нам покажите вот первые там 3-4 фотографии. Вот первая фотография. Это ансамбль, да? Это ансамбль, это первые мои шаги в Америке. Я только приехал. Ты приехал в Бостон. Я приезжаю в Бостон с родителями. Тебе 19-20 лет. Да. Ты в Советском Союзе играешь на гитаре, ты хорошо зарабатываешь, все хорошо, но вместе с родителями ты уезжаешь в Бостон. И вот ты приезжаешь. Мы еще поговорим о том, почему ты уехал. Это бостонский ансамбль. Проходит какое-то время, и ты начинаешь играть в американском, да, музыкальном ансамбле. В общем-то, с самого начала первые шаги в музыке. Вот если это очень посмотреть внимательно, справа вверху, пока еще там вдали, справа вверху, это твоя такая высокая стройная фигура. Справа вверху. Понятно. Значит, еще вот покажем еще одну фотографию. Потом создается ансамбль, с которой ты... Это тоже американский еще пока еще ансамбль. Это пока еще Бостон. Это пока Бостон, еще Бостон, это только американский ансамбль. Да, это все было американское. Еще несколько. Это вот тот же самый ансамбль американский, бостонский. Да. Затем у нас будет следующий. Это уже на руках у тебя. Ты справа у нас. Справа у нас Люба Успенская. Люба Успенская у вас на руках. Ну, это говорит о том, что у вас поменялась ориентация. Да. Ты переехал, да, ты переехал из Бостона в Нью-Йорк. Да. Переезжаешь. Ну, вот еще пару фотографий мы посмотрим. Ну, это как бы ты ведешь светскую жизнь, играешь, хэллоуины устраиваешь и так далее. Поменял еще одну профессию. Да, еще пока не меняешь. Это то еще, ты поешь вместе с Любой Успенской. Да. Это еще следующий кадр. Это у тебя между тобой и твоей женой Анжелой стоит София Ротару. София Ротару. У тебя хорошие дружеские. Мы обо всем этом поговорим. Я пока просто даю такую ретроспективу фотографий. И вот ансамбль... Где это ты уже? Это ресторан Одесса. Ресторан Одесса на Брайтоне. Ресторан Одесса. Сколько лет? 30 лет назад. Это 80-й год. 80-90. 84-й. 84-й. 25-30 лет назад. Да, еще одну фотографию мы покажем. Это тоже
Это фотография, где ресторан Одесса. Одесса ресторан, когда вами заинтересовалась Барбара Уолтер, да. И делала передачу. Мы об этом тоже поговорим. Следующая фотография, это ты, ну ты здесь просто как, я не знаю, какая такая личность религиозная, что ли. Следующая фотография, и на этой мы и остановимся, это снова Одесса, и там поет Лев Лещенко, а ты на втором плане. Но все равно я понимаю, что ты на первом, поскольку рукой. Все, пока мы остановимся. Пока мы останавливаемся фотографиями. Скажи, пожалуйста, ты приезжаешь 19 лет, приезжаешь из Советского Союза, ты жил в Черновцах? Да. И ты приезжаешь сюда? В город Бостон. Город Бостон. Ты рассказывал о том, что инициатива, идея была поездки твоя, а не родителей, да? Только моя. Родители боялись новой жизни. Они не искали новую жизнь. Тебе 19 лет, что да. Прямо уже так тебя достала жизнь в Советском Союзе? 19 лет. Достал обман. Достала та нереальная жизнь, где дома говоришь одно, на работе говоришь другое, на людях говоришь третье. Ты так сильно это чувствовал? Чувствовал. Черновцы – западный город, всегда был Запад. Стал Союзом только в 1939 году. Я встречал людей другого воспитания, другого поведения, которые себя по-другому вели. И всегда чувствовалось это фальшь. У тебя не было проблем антисемитизма? То есть вот не все было. эти проблемы как бы тебя не касались. Абсолютно. Ты ехал чисто вот по каким-то своим психологическим таким причинам. Скажи, пожалуйста, вот это первый этап твоей жизни, который как бы ты начинаешь ломать. Свою жизнь ты несколько раз полностью перекручивал, переламывал и начинал чуть ли не все сначала, что мне очень показалось интересным. Ты приезжаешь в Бостон, и ты идешь на работать не в центральный, главный симфонический оркестр бостонский, а на фабрику гальваническую какую-то, гальваническую, да? За $2 что-то. 2.50 в час. На какой день ты пожалел о том, что ты приехал? Ни одного дня. Вот ты занимаешься этими железками, да. На гальванике, и ты считаешь, что ты счастлив? Да. Я понимал, что это временно. Я понимал, что я не знаю язык, я не знаю страну. Наоборот, это меня подстегивало быстрее выучить английский, быстрее стать американцем, чтобы вырваться из этого. Смотреть назад – это гибель. Ты хотел быть американцем? Я хотел быть только американцем. Вот ты когда жил в Бостоне, и потом мы еще будем говорить, ты начал заниматься музыкой, ты поехал познакомиться с Брайтоном. Да. Поехал, тебе говорили, да, что вот Брайтон есть такой центр, Little Odessa. Ты приехал туда, посмотрел, что там живет какая-то кучка русскоговорящих людей, не более 10 тысяч, 50. 10 тысяч, комьюнити, 10 тысяч человек. И ты испугался того, что ты останешься вот таким? Я на распутье, у меня выбор в жизни. Мне предстоит прожить целую жизнь в стране. Я хочу себя закрыть в комьюнити в 10 тысяч человек, продолжать говорить по-русски. Это наименьший путь сопротивления и самый легкий путь. Я знаю русский, меня будут знать в этой комьюнити. Мне будет легко, я всегда найду работу, но я закрыл себя в районе из 10-15 улиц и в комьюнити 10-15 человек, 15 тысяч человек. Никто не мог предвидеть будущее, что у нас будет больше миллиона. Но ты знаешь, ты мне напомнил выражение, кажется, Юлия Цезаря, который приезжал через какой-то там небольшой городок, и он сказал, если бы я был в Риме вторым, я бы лучше приехал в этот город и был первым. Абсолютно. Поэтому ты приезжал на Брайтоне, ты мог бы быть первым. Но, правда, в русской комьюнити. Пришло время, я был один из первых. Короче, тебя не устраивает это. Ты хотел быть американцем. Мне 19 лет. У меня есть право выбора, у меня есть выбор. И у меня целая жизнь впереди.
Ты еще где-то ребенок, только-только-только встал на ноги. И ты находишь, в Бостоне находишь какой-то там непонятный оркестр, который играет на школьных вечеринках? Абсолютно школьная самодеятельность страшная. На очень примитивном уровне. Но это мне дает шанс общаться с американцами, это мне дает шанс говорить по-английски, это дает мне шанс изучать английский. Ты мне рассказывал, что ты изучал даже правила бейсбола, да? И отправлялся на матчи, бейсбольные матчи, потому что ты понимал, что американцы, они, мягко говоря, подвинуты на бейсболе. Мое желание стать американцем было настолько большим, что я знал, что если я хочу жить в этой стране, я должен знать их обычаи, я должен знать их спорт. Я по сей день абсолютно фанат бейсбола. Я сяду с любым американцем, буду обсуждать любого игрока. Ты действительно фанат? Тебе это нравится? Обожаю. Потому что... Только на прошлой неделе был на бейсболе. Да. Окей, молодец. Так, и ты начинаешь играть в вот этом непонятном оркестре, где тебя находят, случайно видят тебя, тебе говорят, что ты здесь делаешь, и предлагают что? Предлагают оркестр на 2-3 ступени выше. Уже более-менее профессиональный уровень. К тому времени проходит полгода, я уже знаю не 5 слов по-английски, а 20, 25 или 30. И я уже могу прийти на репетицию, где-то немножечко примитивно общаться, где мне могут объяснить, что от меня требуется. И я уже могу это учить и играть. И я уже играю в другом оркестре. Это пока еще 70 какой-то, 5-й, 6-й, 76-й год. Я уже год в стране, первый год, где я продолжаю работать на этой фабрике и при любой малейшей возможности ищу случая стать музыкантом и где-то играть. И вот эти ступени, которые начинались буквально в самом низу, каждый раз поднимались, потому что с каждым годом, с каждым полгода ты немножко больше выучил, немножко больше говоришь по-английски, кто-то тебя заметил и пригласил дальше. А вся прелесть музыки, что не словами тебя замечают, не твоими речами. Если ты умеешь играть, ты умеешь играть. Если ты не умеешь играть, как бы ты ни говорил по-английски или на любом языке, или на 10 языках, тебя никто не возьмет на работу. Скажи, пожалуйста, и ты поешь в это время? Нет. С пением было закончено, потому что русское пение никому не нужно. Но я бы хотел все-таки, чтобы... У нас есть сегодня... Я бы хотел... У тебя прекрасный голос, и я знаю, что ты хороший исполнитель, и у тебя как бы все это получается. Я бы хотел, чтобы мы сейчас... Вот ты принес пару песен. Я хотел бы, чтобы одну песню, первую песню, мы с вами... Мы сейчас с нами, с нашими зрителями послушали. Скажи, что это за песня? Это песня моего любимого певца Григория Лепса, который прекрасный исполнитель. Я считаю, что нет выше вокалиста, и у меня хватило смелости попробовать спеть, конечно, близко не так, как он. Спокойной ночи, господа, спокойной ночи. Ваш день прошел, а ночь колдует и пророчит. Ночные сказки, отголоски дней минувших. Спокойной ночи, добрых снов для всех уснувших. Спокойной ночи, господа, гасите свечи. Окно раскройте. За окном прекрасный вечер. Если некому вас обнимать за плечи, спокойной ночи, может, завтра будут встречи. И будут ангелы летать над вашим домом. Луна рассыплет жемчуга и за порогом. Спокойно будет и чиста ночь недотрога. Да будет мир вам и покой, и усните с Богом. Да будет мир вам и покой.
Понятно. Прекрасно. Мне кажется, очень хороший голос. Но то время ты не пел. По-английски, не зная языка. Ты не мог петь? Я подпевал. Подпевал. На подпевках абсолютно подпевал, но как лид-сингер, конечно, это было нереально. Но в то же время тебе надо было изучать английские песни, ведь русские песни американские ансамбли не играли. Абсолютно. И тебе надо было изучать как бы совершенно новый пласт музыки, да? Как это и сложно? Новый язык. Это сложно? Это сложно. В смысле, вот, например, мы в России знали джаз американский, но мы не знали поп-музыку. У нас было очень мало информации, и это все надо было начинать с нуля. Профессиональному музыканту это не настолько сложно, я не могу сказать, что это было такое препятствие, которое невозможно было перейти, но это было намного сложнее, чем другим. Это не твое, и ты заново с нуля изучаешь новую культуру, новую музыку, новый стиль, как себя вести. А разница философии на работе между американской работой и русской работой. Вот я сравнивал после 5 лет работы с американцами, когда я пришел работать в русский ресторан. И философия русских, советских музыкантов, даже не русских, а именно совок, советские музыканты, их философия отношения к работе американцев, я уже пришел в русский ресторан как марсианин с другой планеты. То есть ты спустя там 5-6 да. лет... Ты переезжаешь, все-таки переезжаешь в этот Little Odessa. Все-таки ты решаешь туда ехать. Почему? Ну, необходимость. Дело в том, что вот так мечта сделать себе карьеру в музыке, и 5 лет я на это потратил, она уперлась в глухую стену, потому что прошла мода на ту музыку, которую мы играли. Это было диско, дискотеки, потрясающая музыка. Просто очень сложно играть, интересно. И появляется диск-жокей, появляется диск-жокей, и вместо того, чтобы брать наш оркестр, который стоил на то время 10-12 тысяч в неделю, где 6 черных впереди, потрясающее шоу, сзади 6 музыкантов, нас 12 человек, громадные деньги. Вместо этого появляется один диск-жокей, который крутит пластинки, и играет оригинал, и вдруг хозяева всех клубов, ресторанов поняли, что они могут иметь это за копейки вместо десятков тысяч долларов. И начинает отмирать этот бизнес в том смысле, где нет перспективы, нет будущего больше в этом. И ты в жизни на развилке, и тебе надо опять делать выбор. Тебе надо начинать делать что-то другое в жизни. То есть, итак, первая развилка, мы проехали в Черновцах, да. когда ты выехал вместо того, чтобы остаться. Да. Теперь вторая развилка. Да. Бостон, оставаться в Бостоне американцам или уезжать на Брайтон, уезжать в поисках новой жизни. Да. Это было как один из вариантов, уехать на Брайтон и проверить жизнь там. Приезжаешь на Брайтон 5 лет спустя, 5-6-7 ресторанов, 100 тысяч человек, русская жизнь кипит. Русские газеты, русские журналы, еще не в таком количестве, как сегодня, но уже это не комьюнити, где 10 тысяч человек и где ты себя закрываешь. Во всем большом Нью-Йорке, в Трай-Стейт-Эрии, везде русские. Начинаются где-то русские журналы, начинается русское телевидение, где-то первые шаги. Русские газеты, объявления в русских газетах. То есть тебе уже показалось, что теперь места достаточно для того, чтобы ты чувствовал себя комфортно. Да, достаточно, чтобы что-то начать строить. Вот есть какой-то фундамент, какие-то предпосылки для того, что можно сделать надстройку. Ты приезжаешь на Брайтон, и там ресторан «Одесса». «Одесса» ресторан, да? Ресторанов несколько, все места заняты. Я знаю, в одном из ресторанов руководит Шафутинский, да? Это позже. Это позже. Okay. Это позже. Места заняты, места теплые, хорошие. И опять начинаешь с нуля, идешь в самый примитивный, простой ресторан, где опять же по старым связям музыканты, которые знают тебя по Союзу, знают твои возможности. Взяли меня на работу в Баку, маленький ресторанчик. Сегодня это уже не маленький. Да, сегодня это совершенно другой Баку, в другом месте. Да, да. Да, ну и работаю там очень короткое время, и меня тут же замечают и приглашают в ресторан Одессы. В то время там работал Вилли Токарев, играл басистом и пел. Вилли, да. И когда я пришел туда на прослушивание, меня сразу взяли на работу. О, какое счастье. И Виля из бас-гитариста становится только певцом, а я становлюсь бас-гитаристом. И начинается 10-летняя эпопея работы в ресторане «Одесса». И вот эти фотографии, которые мы видели. Люба Успенская,
затем кто там был, Лещенко, там Ротару. Это все люди, которые приезжали в это время в Америку, на Брайтон, заработать деньги. Пару лет спустя, ну да, развал Союза, никаких концертов, никакой работы, безысходность. Там, в России, в Советском Союзе. Знаменитые люди, великие имена, десятки миллионов людей знают, и они приезжают на заработки в Америке. Розенбаум Саша тоже приезжал. А Леонов покойный приезжал на сцене, давал представление, но это было уже не пение, это было представление. А что происходило с теми людьми, которые раньше приехали? Горовец, например, Сичкин. С Борей Сичкиным я проработал 1.5-2 года. Интересная история. Но они себя, наконец, почувствовали героями здесь, на Брайтоне. Трагедия. Ведь приезжают из бывшего Советского Союза и проводят гастроли, снимают деньги. Это сегодня. А тогда? Боря Сичкин. 90-е годы. Мы говорим о 90-х годах. Мы говорим начало 90-х. Боря Сичкин прекрасный актер, который в то время делал пародию на Ильича нашего, Брежнева. Бесподобно талантливая передача. И сидит толпа подвыпившая, мягко говоря, которым надо потанцевать, погулять, выпить. 5 минут это может зацепить их, интересно, 10. Потом никакого внимания, ничего. Большая трагедия для большинства людей искусства, которые приезжают сюда. Я помню, к нам приходил Эфрейм Савелла и ходил между столиками и пытался продавать свои книги. Один из моих любимых писателей, очень талантливый, прекрасный писатель. И пытался за копейки продавать свои книги, и пьяная публика. Я не умоляю публику, они пришли, они есть то, что они есть и кто они есть. Они пришли погулять, они пришли получить удовольствие за свои деньги. Но та безысходность, которая ждала в то время людей искусства, писателей, которые приходили в тот же ресторан, где собирались люди, где можно было встретить 200-300 человек и попытаться продать пару книг. Музыкантов. Люба Успенская, очень талантливая певица, которая могла зажигать кого угодно своим пением. Но из Одессы ее уволили, да? Из Одессы ее уволили, и я тоже не к этому какой-то... Уволили, конечно, хозяева, не я, но я руководитель оркестра, я тоже принимал в этом какое-то участие. А что тебе не нравилось, например, в ней? Ведь сегодня да. Она звезда высочайшего класса в России, в современной России. Абсолютно. Мы еще поговорим, как бы, почему вдруг. Но тогда ее увольняют. Сегодня я смотрю на это совсем по-другому. С годами ты начинаешь... Я слушал ее несколько интервью, ее точку зрения. Но тогда, во время работы, когда вовлечен алкоголь и кое-что покрепче, и у меня 10 заказов ее песен, а ее нет, ее надо найти. И это дошло до точки, где просто невозможно было работать. И за все отвечал я, как руководитель оркестра в то время. До этого был еще другой руководитель, Боря, который тоже много наклебался по этому поводу. Ну, просто дошло до точки, где больше невозможно было продолжать работу. Хотя, как певица, очень талантливая, и я это не говорю в связи с тем, что она известная сейчас. Талантливая она была всегда, и я всегда мог это оценить. В те времена мне не надо было ждать, пока она станет известной сейчас. Но вот я помню, ты как-то рассказывал, что тебе приходилось исполнять песню «Забудь обратно дорогу» 12 раз в течение одного вечера. То есть это, наверное, угнетает, нет? Не в течение одного вечера, маленькая поправка. Подряд. Подряд? Подряд. Это... А что произошло? Чего вдруг? В свое время открылся Союз, и начали приезжать сюда гости из Союза с громадными списками, что для них американские родственники должны купить. Прозвище у них в то время было «пылесосы». И вот эти громадные списки, они настолько надоели, они финансово так утруждали, мягко говоря, своих американских родственников, что на прощальных вечерах в ресторане заказывалась для них только одна песня «Забудь обратную дорогу». Да. И люди платили и требовали. Люди платили и требовали эту песню. И вот ты, когда из искусства превращаешься, из музыканта, из искусства превращаешься в ремесленника, где это просто отрабатывание денег, которое я очень пытался изменить, кстати, эту культуру в русском ресторане. И у меня были 3 фронта войны по этому поводу.
именно благодаря американскому опыту работы я никогда не мог понять, как можно себе позволить, при всем том, что люди тебе за это платят деньги, играть одну и ту же песню для кого-то 12 раз подряд, что об этом будут думать остальные в ресторане, которые сидят. Потому что работа оркестра не только зарабатывать чаевые эти деньги, а работа оркестра преподнести людям хороший вечер и дать хорошую качественную музыку. То, чему я научился за 5 лет работы с американцами, где полностью меняется философия. Я помню, я пришел работать в ресторан Одессы, и философия музыкантов была: нам не платят деньги, играем для себя джаз. Фактически просто выгоняли клиентов. Я всегда понимал, что клиент, которого выгнал джазом, сидят пожилые евреи, которые хотят слышать песни душевные, пришли отдохнуть, расслабиться, и в это время им играет джаз, который для них чужд. Можно играть джаз, но надо уметь оценить публику, кто сидит в зале и для кого что играть. И оценив публику, ты должен отдать им самое лучшее. Я всегда считал, что не работа клиента подойти и заплатить оркестру, а работа оркестра играть так, чтобы клиент хотел подойти к оркестру и заплатил. Потому что если ты играешь для людей, которым чужд джаз, и ты для них играешь джаз, они встанут, подойдут к хозяину, скажут, у вас ужасная музыка, и никогда больше в этот ресторан не придут. Ты в конечном итоге просто потеряешь работу. Нельзя видеть за этими 5-10 долларами, которые они в то время платили, надо было видеть, как говорят американцы, the big picture. А the big picture, если ты так себя ведешь на работе, ты ее просто потеряешь. Или закроется ресторан, или тебя выгонят и возьмут людей, которые понимают, как правильно ублажить публику правильной музыкой. То есть у тебя, скажем так, медленно нарастало внутреннее противоречие. Противоречия были с первого дня. Противоречия были с музыкантами, которые, не пройдя то, что я прошел в своей шкуре с работой с американцами, чему я научился, у меня всегда была фраза: ребята, переедьте ЧОП. Западная Украина покидала Союз через ЧОП. Так вот, громада количества людей, которые никогда ЧОП не переехали. Они физически так пересекли, но они так никогда и не переехали ЧОП. Ребята, мы в Америке. Это не советский ресторан, где они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем. Здесь, да, надо работать с полной отдачей, и надо, чтобы клиент был от тебя в восторге. Иначе ты потеряешь работу, или ресторан потеряет клиента и закроется. Годы взяло, пока русские музыканты, советские музыканты пришли к этой философии и начали так работать. И сегодня они работают именно так? Уже много лет. Приятно. Сегодня никогда не услышишь одну и ту же песню 10 раз подряд. Или даже 3 раза за вечер, или 4 раза за вечер. Есть программа. Да, можно сыграть несколько раз песню, которую заказали, но надо уметь поставить вечер так, чтобы, если вдруг сидит компания кавказцев, и они хотят только грузинскую музыку, но это одна маленькая компания, в зале 200-300 человек. Ты не можешь играть подряд 10-20 заказов только грузинской музыки, потому что есть другие люди. Я много лет отказывался категорически быть руководителем оркестра, потому что я знал, что я с этим столкнусь, и это неприемлемо для меня. Какие бы деньги мне не платили, когда я был руководителем оркестра, я никогда не сыграл бы 10 итальянских песен подряд, или 10 грузинских, или 10 еврейских песен подряд. Микс должен быть такой, чтобы довольны были все. И когда ко мне подходили, стучали кулаком по столу и требовали, где моя песня, которую я заказал, я говорил, скоро будет, до тебя еще есть 5 человек, потому что я должен был до этой грузинской сыграть и итальянскую, и русскую, и американскую, и сделать правильный микс, чтобы нравилось всем. Хорошо, значит, чтобы нравилось всем. Ну, скажи, пожалуйста, все-таки вот работа музыканта в ресторане, она тебя тяготила? В первые годы нет. Это было интересно. Я обожаю наблюдать за людьми. Я люблю выпить, но очень не люблю напиться. И когда ты стоишь трезвый на сцене, и ты смотришь людей, перед тобой 200-300 человек. И ты, в общем-то, видишь этих людей из недели в неделю, годами. Ты знаешь, кто с кем дружит, как кто себя ведет, что делает. Вначале это представление, это очень интересно наблюдать людей, особенно когда они расслабленные, а ты трезвый, стоишь и смотришь. Это такое интересное занятие. Но, опять же, проходит время, и ты уже это все выучила, это уже прочитанная книга. Это уже прочитанная книга. Хорошо, мы на вот этой ноте и остановимся, на рекламную паузу.
А затем мы продолжим наш разговор с нашим гостем Яном Белинским, музыкантом и бизнесменом. Реклама. Фестиваль искусств в Линкольн-центре представляет гастроли прославленного балета и оркестра Большого театра. Только 2 недели. Испытайте воочию драматизм, блеск и страсть балета Большого театра в 3 классических полнометражных спектаклях труппы. Всего 13 представлений. Число билетов ограничено. Закажите их сегодня на сайте lincolncenterfestival.org. Наш тритмент-центр – один из самых больших и успешных реабилитационных центров в стране. Мы помогаем людям избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Мы предлагаем все уровни лечения и поддержки, очистка организма, ежедневные индивидуальные консультации, ежедневные групповые консультации, постоянное наблюдение врача, семейные консультации, лечение и проживание. Пожалуйста, звоните нам, мы вам поможем. Звоните сейчас. Hand in Hand. Здесь хорошо. Хорошо собраться у русского самовара, выпить чаю с баранками и медом. Хорошо посмотреть на большом экране фильм на русском языке, почитать на русском книгу, сыграть в шахматы или на бильярде. Хорошо привести себя в порядок в салоне красоты, укрепить здоровье в тренажерном зале, освоить компьютер, послушать лекцию, весело отметить день рождения и любой праздник. Хорошо вместе пойти на концерт, в музей, в цирк, в театр. Из дома в центр и обратно всегда вас привезут бесплатно. Дневной центр всесторонней заботы о пожилых Hand in Hand – один из лучших в Нью-Йорке. Здесь хорошо. 347-770-8993. Добро пожаловать к нашему самовару. Здесь хорошо. Дом отдыха «Сказка» – это чудесный летний отдых для всей семьи в Кастильских горах, штат Нью-Йорк. Близлежащие кристально чистые речки и озера, утопающие в зелени коттеджи и корпуса с кондиционерами, холодильниками и телевизорами, вкусное обильное питание, экскурсии, танцы и концерты, русское телевидение и интернет. Доставка из Нью-Йорка, Бостона, Линна, Филадельфии и Чикаго. Дом отдыха «Сказка» – это сказка наяву. Информация на сайте сказка.us и по телефону 718-232-3050. Місячна зоряна ясная, видно хоч голки збирає. Триумфальное возвращение в Северную Америку серебряного голоса России, блистательного Олега Погудина. В новом медицинском офисе на Первом Брайтоне открылся центр нефрологии, где диагностируют и лечат заболевания почек и нарушения деятельности основных систем организма. Доктор Алла Маслова, профессионал с 30-летним стажем, специализируется в области нефрологии, гипертонии и внутренних болезней, подготавливает и ведет больных на диализе. Все основные тесты проводятся в офисе. Почки – это второе сердце. Не запускайте болезнь, ведь на ранней стадии все поправимо. Доктор Алла Маслова. С вами Борис Тенцер, мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня в гостях Ян Белинский, еще его называют на английское имя, у него Джек Белинский. Он музыкант и он бизнесмен. Почему я говорю Джек? Потому что мы переходим к следующей странице жизни человека. Мы переходим к бизнесу, американскому бизнесу. А это уже не Ян, это уже Джек. Скажи, пожалуйста, вначале мы еще Ян, да? Да. Скажи, пожалуйста, 80-е, 90-е годы, 90, до 90-го года, да, до 90-го да. где-то года, это музыка. Да. И ты чувствуешь все, уже смотреть трезвыми глазами в зал тебе становится неинтересно, 12-14 раз петь песню тебя тоже немножко достает, тебе кажется, что это и есть твое будущее, которое тебя начинает немножко вводить в такую, скажем так, грусть, да? Абсолютно, при всем моем оптимизме, это был тяжелый, последние пару лет были тяжелые. Я был довольно противненький характером, потому что неудовлетворенность тем, чем ты занимаешься и куда это ведет тебя. И к чему это может привести? И ты ведь начинаешь задумываться о бизнесе, настоящем, реальном бизнесе, уже не крутить гайки в гальваническом цеху, да.
а что-то конкретное. Бредить бизнес. Да. И ты выбираешь такой бизнес, который в моем представлении вообще уникален. Мне казалось, это надо додуматься до такого бизнеса. Это Car wash. Это мойка машин. Да. Мы все, живущие в городах, привыкли, проезжая мимо, там реклама, моем машины руками. Да, вот, пожалуйста, вот ты стоишь на таком красивом. А главное, вот следующие фотографии, вот если мы увидим, опять в красных, опять ансамбль, но это уже ансамбль без гитар. Да. Это одна из твоих команд, одного из твоих бизнесов. Скажи, да, пожалуйста, почему Car Wash? Откуда такая идея, Карвош? Люди создают любые бизнесы. Но вот я впервые вижу человека, который создал такой бизнес. Идея очень простая. Я работаю в ресторане. Я вижу всех бизнесменов, которые рано или поздно проходят через ресторан. Я вижу всех людей, которые сделали деньги, которые успешные и удачные в бизнесе. И постоянно я слышу слово «Карвош». Как только заработал какие-то деньги, кто-то в Карвош. Я иду к пару очень хорошим клиентам. Ребят, я смотрю, вы гуляете красиво, вы живете красиво. Чем занимаетесь? Car wash. И вот у меня начинает преследовать идея фикс Car wash. То есть люди говорили о том, что можно заработать чуть ли не за год себе на дом, да? Один сезон дом, один сезон Mercedes за кэш, один сезон дом во Флориде. То есть люди становились богатыми людьми в течение пару лет. В то время это booming бизнес, просто один из элитных бизнесов, самых лучше идущих, скажем так. Да, это очень интересно. Я бы никогда не подумал. Да? Это настолько новое для меня. И ты начинаешь медленно сворачивать, то есть, или скажем так, ты опять выходишь на перекресток, и опять перед тобой или оставаться в музыке, или уходить в бизнес. Музыки перспективы ты не видишь. Не вижу. Я вижу оставаться ремесленником, зарабатывать деньги, чтобы можно было жить. У меня уже на то время купленный дом, купленное такси. Я могу жить нормально, как любой другой средний профессионал. Мне хочется большего. Я не для этого оставил жизнь в Союзе, не для этого приехал в Америку, чтобы просто влачить существование. Я хочу успеха, я хочу денег. И ты продаешь свой дом. Я продаю и свой ты продаешь. Дом, и я продаю свою медаль, такси, лицензию на такси. И я одалживаю еще кучу денег. И по стечению обстоятельств мой партнер по корпорации по лицензии медали, о боже, владелец Карвоша. И ты начинаешь новую жизнь. И я бегаю за ним долгое время и уговариваю, чтобы он меня взял в Карвош бизнес. По стечениям обстоятельств, как и все в жизни, я в конце концов добиваюсь своего. Скажи, пожалуйста, а не было у тебя мысли, Шафутинский уехал, Люба Успенская уехали, Вилли Токарев уехали, все так успешно у них, все они там в России себя, или в то время еще не было? Еще рано. Еще рано. Забегая вперед. Еще они не стали теми, да? Абсолютно. То есть ты поэтому не видел себя возвращения в Россию? Или вообще, у тебя вообще бывали в эти моменты, и вообще когда-то, моменты, что ты себе говорил, а может вернуться? И спеть для себя вот эту песню, как она там называлась, ты говорил? Очарованная. Забудь обратную дорогу. Я очень горжусь одной чертой в своем характере. Это мне очень помогает выжить. Я никогда не смотрю назад. Никогда не сожалею о сделанном и никогда не вспоминаю прошлое. Прошлое ушло, его не вернешь. Никак. Это очень красиво звучит. Но я не знаю, я готов усомниться. Неужели есть люди, которые вот так могут забыть прошлое настолько, чтобы не жалеть ни о чем? Забыть не то слово. Я никогда не забывал ни одного дня, никого, кто был в моей жизни, с кем я перекрестился в этой жизни. Никогда никого не забывал. Но смотрел только вперед, а не назад. Поэтому иногда рвались связи с людьми, с которыми очень не хотелось бы рвать, потому что жизнь шла вперед, и ты уходил в другом направлении, и она уходила в другом направлении. И так получалось, что расходились пути с людьми, с которыми с удовольствием хотелось бы по сей день общаться и встречаться.
Но вот эти оглядки назад я вспоминаю всегда, когда я вижу на Брайтоне людей, которые с таким сожалением говорят: да я там был главный инженер, да я был главком, да я был то, а я был министром, и я был то. Они себя уничтожают такой философией. Мне это помогало выжить, когда я работал на 2,50 час в гальваническом цеху и дышал парами химикатов. Я мечтал о бизнесе, я мечтал о карьере музыканта, я смотрел вперед, я знал, что я выучу язык, я знал, что я пойду вперед и чего-то добьюсь, по крайней мере, я надеялся. Если бы я смотрел назад, я бы сошел с ума, если бы я вспоминал, что у меня, как у подростка, громадные деньги рублей в кармане всегда, и я кормлю всех своих друзей, и я пою всех своих друзей, всем по 18-19 лет, никто не знает, что такое 20 рублей, а у меня 1000 рублей в месяц, 1500 рублей в месяц. Волей судьбы, по стечению обстоятельств, не потому что я гениальный. Но я попадаю в струю музыкальную, которая дает мне большие деньги на то время. В Черновцах? В Черновцах, будучи 19-летним, 18-летним подростком. И если ты будешь жалеть и вспоминать то, что было, и только жить этим прошлым, сойдешь с ума или сопьешься. Меня не устраивало ни одно, ни другое. Я слишком люблю жизнь. Да, и ты искал свое применение и находишь его в бизнесе Car Wash. Скажи, пожалуйста, а как сегодня этот бизнес? Сегодня этот бизнес, опять же, воля судьбы. По-прежнему люди за год зарабатывают на машину, на дом, на... Нет, к сожалению, громадному сожалению, нет. Ирония судьбы. Я первый Car Wash покупаю в 90-м году, открываю его в 91-м. 89-й был последний прекрасный год в карвошной индустрии. Не понял, а почему? Что значит последний? И что произошло после этого последнего года? Климат поменялся. Это номер один. Много причин. Серьезно? Но климат имеет... Дожди стали больше идти? Или что, мыть машины... Дожди больше одно из них, но может быть и не больше. Самый сезон для карвошной индустрии – это зима. Выпал снег. Его расчистили с дороги. И он по обочинам. Он замерз, и до весны, пока не начинает снег таять, он лежит как камень, замерзший камень. Дороги сухие, но они были посыпаны солью и песком. Машины эту соль и песок принимают на себя мгновенно. Соль съедает краску, песок царапает краску. Человек купил новую машину, она чуть ли не для него недорога, как жена и как ребенок. Люди только дорвались до новых машин. А вот откуда интерес хорош. По 2-3 раза в неделю мыли машину, чтобы она выглядела. Моя красавица должна быть, куколка должна прекрасно выглядеть. Это мой инвестмент большой. А поменялся климат. И вот этот снег, который на обочине лежит всю зиму замерзший, тает. На дорогах слякоть. Слякоть на дорогах никто машину не моет. Появился такой новый сервис, который просто убивает автоиндустрию. У меня же была не только мойка, у меня был автомол. Там была и ремонтная мастерская, и инспекция, и полировка машин, и ремонт машин, и 10 минут смена масла. Это был целый автомол, в котором было очень много сервисов. Появляется лиз машин. Лиз машин – это рентованная машина. Ты берешь ту же самую новую машину, но ты ее берешь на 2 года, на 2,5, на 3 года. Это уже не твоя машина. Ты уже в ней не меняешь масло, ты ее уже не моешь, ты ее уже не ремонтируешь. Это уже не твое, это рентованное. Другое отношение к машине. Те люди, которые любят чистую машину, продолжают мыть и продолжают быть клиентами, но на то количество моек, которое есть, это состояние индустрии. Много еще факторов. Long-term weather. Телевидение, да? Телевидение. То, что раньше давали погоду, технология позволяла на один день или на 2 дня. И вот у тебя прекрасный день, и все моют машину, хотя к вечеру обещали дождь. А никто не знает. Сегодня, когда прекрасная погода и вечером обещает дождь, ты стоишь пустой в эту прекрасную погоду и нет никакого бизнеса, потому что знают, что вечером дождь или ночью дождь. Никому не надо быть машину на полдня. То есть все факторы, вот эта смена климата, лиз машин, проблема очень большая сейчас, но это следующая тема нашей беседы с лейбором, с рабочими, с отношением государства к рабочим, лейбор департмент, к их оплате. Это следующее мое расписание. Скажи, пожалуйста, вот ты так все это рассказываешь, то есть практически ты пришел опять к какому-то рубежу. Я называю к стене. К стене. Ты называешь стену, но я бы не хотел стенку говорить о стене. А ты приходишь к рубежу. Да. Ты опять перед... у тебя опять развилка. Пойдешь налево, пойдешь направо, и что потеряешь, что найдешь. Абсолютно. Ты опять перед этой развилкой? Да.
И опять перед этой развилкой. Одну секундочку. Мы сейчас попросим показать номер телефона. Уважаемые телезрители, это прямой эфир. И вы имеете возможность поговорить тоже с моим гостем. Может быть, рассказать что-то из своей жизни, вашего начала и в Америке, и разочарование или очарование жизни здесь. И как вы из этого выходили? Ну, по крайней мере, телефон на экране 201-461-13-84. Пожалуйста, звоните, участвуйте в передаче. У нас в гостях Ян Белинский, музыкант, бизнесмен. Ну, а сейчас мы уже знаем его как Джек Белинский. Джек Белинский. И мы переходим к следующей развилке. Что дальше? Какие ты себе видишь перспективы? Риторический вопрос, хороший вопрос. С течением судьбы я продаю все карбоши. Я не вижу перспективы, я продаю свой бизнес. То есть вначале ты продаешь гитару, потом ты продаешь карбоши. Гитару никогда не продал. Нет, не продал. По сей день она у меня есть. Извини. Никогда не продам. Да, окей. Мы еще поговорим о гитаре. Да. Да, так вот ты продаешь карвош. Продаю карвош. Ухожу из бизнеса. Ищу чем заняться. Особенно ничего нет. Очень тяжело всегда начинать с нуля. Особенно когда-то несколько раз в жизни. Я потратил более 20 лет на карбошную индустрию. Automotive индустрия, это не только карбош. Это опять же, пришлось учиться ремонту машин, пришлось учиться 10-minute oil change, смена масла. И это совершенно новая философия, где я... Были споры с моими рабочими, которые механики, а я нет, я музыкант. И на тебя презрительно смотрят и говорят, ну что ты к нам лезешь? Ну ты музыкант, ну я же механик. Но может быть они правы? Вспомни, как владелец ресторана лез в ваш репертуар. Абсолютно. Помнил это всегда. Всегда этот пример был in the back of my head, в голове, всегда. Но прежде чем к ним лезть, я в конечном итоге доказал и показал, что я был прав, потому что просто лезть – это одно, а досконально изучить и знать, о чем ты говоришь, и показать на примере и на практике, что ты был прав. Я первые пару лет не лез. Вот у меня был очень порядочный, приятный парень, механик, очень хороший человек. Это не профессия. И вот я всегда пытался говорить, что смена масла – это бизнес, где приезжаешь, и если ты будешь только менять масло, никогда ничего не заработаешь и сервис человеку не сделаешь. Любой агрегат в машине, который имеет какие-то смазочные вещества, нуждается в смене масла точно так же, как и мотор. Вся Америка знает, что 3000 миль надо поменять масло в моторе. Это знают абсолютно все, это легко продать. Трансмиссия – это тот же агрегат, в который масло. Ее надо менять не 3000 миль, но ее тоже надо менять, потому что, конечно, когда этого никто не делает, ломается трансмиссия. И вот когда приезжал клиент, радиатор имеет антифриз, его надо менять. А они на меня смотрели и говорили, да мы механики, мы знаем, о чем мы говорим, а ты не знаешь, о чем ты говоришь. Не надо менять масло в трансмиссии, не надо делать радиатор флэш. Я ходил, учился, я читал литературу. Я ходил по другим бизнесам и спрашивал, как они делают. Они мне рассказывали, как продают эти сервисы. Да, это бизнес, я обязан продавать сервисы, чтобы заработать деньги. Но не дай бог при этом обмануть клиента. Я никогда, у меня не было угрызений совести, потому что каждый сервис, который я продавал, он был оправдан, и я мог это всегда любому показать и доказать. Хотя русские механики всегда были против этого и всегда считали, что это накалываешь клиента, грубо говоря. Ты говоришь русские, а есть разница между механиками русскими и американцами? Есть разница во всем. Есть разница в русских клиентах на карвоше и американском. Я проработал 5 лет в Лонг-Айленде. Был мой бизнес, я хозяин бизнеса. Я никогда не сидел в офисе. Я с полотенцем в руках стоял рядом со своими ребятами. И всегда американцы восхищались, что сам хозяин выходит. Я всегда должен был взять полотенце и потереть где-то вот эту невидимую пылинку, которую я заметил. И клиент говорит, смотри, сам хозяин подошел и снял полотенцем эту пылинку с моей машины. Или я стоял и показывал своим рабочим, вытри здесь, вытри там. Quality control я проверял каждую оконченную машину сам, что это почти никто никогда не делает. Американцы это настолько ценили и обожали, они могли проехать 5 других карвошей, с которыми я конкурировал, и приехать ко мне именно из-за этого.
Я покупаю в Бруклине мойку, очень недалеко от Брайтона. Я делаю то, что я делаю best. Я беру полотенце, и я иду к машине, и я показываю своим рабочим, что надо сделать. Русский клиент, философия. При всем моем уважении к нашей эмиграции, но мы другой брит, мы другие люди, чем американцы. И это настолько видно и настолько понятно. Видит русский клиент, что я стою и вот так показываю своим рабочим, что делать. А американец говорит: «Джек, you're the best, ты такую работу делаешь, как хозяин». Что делает русский клиент? Он тут же мне говорит: «Иди сюда, вытри мне это, вытри мне это, вытри мне это и вытри мне это». И вдруг я становлюсь своим рабочим, вместо того, чтобы мне стоять и руководить ими, чтобы они довели до прекрасного качества их машину, я становлюсь рабочим, и они уже зовут только меня, с рабочим никто разговаривать не хочет. Дайте мне хозяина. И зовут меня, и теперь я, как мальчик, бегаю и вытираю им машину, я перестал это делать. Потому что вместо того, чтобы как руководить оркестром, как я руководил, руководить своей бригадой, я вдруг стал просто рядовым музыкантом или рядовым чистильщиком машины для них, и начинаю сам это все делать. Скажи, пожалуйста, ну и вот сейчас, когда вот такое, как бы ты чувствуешь, что эта индустрия себя исчерпала, или, да, по крайней мере, на том уровне, которого ты надеялся на нее. Да. Что дальше? Опять же, волею судьбы. Я ухожу из карвош-индустрии, но у меня больше 20 лет опыта. Я знаю много людей, многие люди знают меня. В это время в карвош-индустрии начинаются очень большие проблемы. С Labor Department, профсоюзами. С профсоюзами, с независимыми лоерами, которые специально ищут рабочих, которые что-то хозяин делает неправильно, и судить его на миллионы. И карвош-индустрия создает ассоциацию карвошей, New York Car Wash Association. Карвоши, еще раз мы напомним, что это мойка машин. Мойка машин. И меня приглашают в связи с тем, что у меня большой опыт работы. И я знаю эту индустрию, и у меня сегодня, продав карвош, есть свободное время чем-то заниматься. Меня приглашают на должность вице-президента ассоциации. И вот мы президенты, нас несколько вице-президентов, и мы начинаем заниматься спасением этой индустрии. Меняете погоду? Да, политическую погоду. Например, 2 недели назад я давал показания перед City Council. Это по-русски, наверное, горсовет. И ты днем даешь показания насчет нашей индустрии, которую просто пытаются уничтожить. То есть ты начинаешь подниматься уже как общественное, как бы, выражение, личность общественная. Где-то так. Выражающая интересы уже целой отрасли. Целой индустрии. Индустрии. Целой индустрии. Абсолютно. Защищать ее. Но при этом моя цель – сохранить индустрию. И это не только находить рабочих, которые нечестные, которые рассказывают, например, неправда лоеру, что я там… Он работал 30 часов в неделю, говорит, работал 70, и мне не платили овертайм. Это неправильно, но также в корне неправильно рабочий, который, да, отработал 70 часов, ему не платят овертайм, это противозаконно. Это неправильно, это противозаконно. Девиз моей жизни – live and let live – живи и дай людям жить. Потому что если живешь только ты, и ты не дашь людям жить, никогда не будет баланса, и толка из этого никогда не получится. Потому что рабочий тоже имеет право жить довольно комфортабельно. И я знаю обе стороны. Я много лет работал на кого-то и не был хозяином. После этого я много лет был хозяином. Поэтому я знаю обе стороны и могу… fair. Могу относиться к обеим сторонам объективно. Хорошо, давай послушаем немножко наших телезрителей. Нью-Джерси, Людмила, здравствуйте, вы с нами. Здравствуйте, Борис. С началом рабочей недели вас поздравляю. Хороших вам героев. И я прошу вашего гостя в следующий понедельник прийти еще раз, потому как философия жизни, доскональное знание американской жизни, музыка – это все очень интересно. Борис, пожалуйста, продолжение разговора в следующий понедельник. У меня даже нет вопросов. Спасибо. 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 Да. Видишь,
Тебе придется продолжать и продолжать и продолжать. Да, у нас еще звонок. Валерий, Нью-Джерси. Здравствуйте, Валерий, вы с нами. Добрый день. Добрый. У меня добрый. Вопрос относительно музыки. Пожалуйста. Сестры Роуз. Меня интересуют сестры Роуз. Они были очень известны, очень популярны. Пожалуй, были лучшими певицами в те времена, 80-е, 90-е годы. Хотелось бы узнать, вот они уехали в Москву и быстренько оттуда приехали обратно. Да. В чем дело? Почему сестры Роуз не ужились в Москве, тогда как все, кто туда поехал, все там стали, в общем-то, большими героями? Может быть, ваш товарищ знает об этом? Хорошо. Моего товарища зовут Ян Белинский. Спасибо. Да, Ян, слушаю. Мы работали в одно и то же время в ресторанах параллельных. Они работали в «Национале», я работал в Одессе. Я их, в общем-то... То есть у тебя нет представления, почему у них в Москве не сложилось? У меня есть, но оно мое сугубо личное. У меня нет информации, которую я могу достоверно сказать. Поэтому ты не можешь... Я не могу. Афишировать. Там все... Они одно время были, вот, например, мой близкий товарищ Толик Могилевский, который с ними же работал рядом, работали они вдвоем, и Толик был мужчина-певец, мой близкий товарищ. Тоже попробовал, и тоже не получилось. Там основано было все на связях и на больших деньгах. У сестры Роуз прекрасный муж-музыкант, который был руководителем оркестра, Алик Шабашов, который хороший мой приятель. Мы с ним до сих пор поддерживаем отношения на Facebook. Они прекрасные певицы. Или самые лучшие, дело вкуса, но прекрасные певицы, красивые, талантливые, очень хорошие. Они сейчас в Майами. Понятно. Еще один вопрос, у нас время заканчивается по-страшному. Да. Последний вопрос, звонок мы возьмем. Марк, Бостон Марк. Пожалуйста, Марк, говорите. Здравствуйте. Вы с нами, да, здравствуйте. Только очень быстро, коротко. Да-да, конечно. Мне, ну, просто, я не знаю, мне очень жаль вашего гостя, потому что вот он хочет поднять карвош, хочет поднять бизнес. Не кажется ли вашему гостю, что бизнес вообще стал другим? Такой бизнес, его уже поднять нельзя, потому что все, что творится, это приходит на рельсы социализации бизнеса. Все эти профсоюзы, бесконечное поднимание зарплаты, понимаете, и так далее, когда смотрят. Мне кажется, ваш гость бьется в открытую дверь. Вот я не понятно. Могу... Очень интересный вопрос, Марк. Очень интересный вопрос. Это как раз та тема, которую мы хотели бы еще продолжить. У тебя есть какие-то комментарии? Прекрасный вопрос. У тебя есть одна минута тоже. Это как раз то, чем я сейчас занимаюсь. Мы боремся с профсоюзами. Я даю собрание на карвошах, и у меня уже есть результат. 3 карвоши в Нью-Йорке, которые проголосовали до наших... Так звучит, карвоши. Да, мойки машин, которые, имея 25 рабочих, и когда пришел туда юнион, 22 проголосовало за юнион и 3 против. После нашей работы с этими рабочими, 21 человек проголосовал против юниона и 4 за. Подожди, юнион это профсоюзы, да. Это как раз то, чем я сейчас занимаюсь. Это очень интересно. Мне бы даже самому интересно, как ты смог отговорить людей от профсоюзного объединения. Но, к сожалению, передача наша подходит к концу. Пусть у людей останется... у вас, уважаемые телезрители, останется такой, знаете, загадка. А как можно человека отговорить от участия в профсоюзах? Ну, в любом случае, скажи, пожалуйста, я понимаю, что у тебя сейчас план, последний план, это стать как бы, учить людей, как правильно вести бизнес. И как, правильно? Абсолютно. 10 секунд. У меня есть идея создания института маленького бизнеса. Все бумаги ведутся неправильно. Приезжает Labor Department. Все. И тогда я прощаюсь с тобой. Спасибо, я желаю тебе удачи. Очень интересный разговор и вообще редко бывающий на телевидении. Поэтому, пожалуйста, мы еще когда-нибудь вернемся. Большое спасибо. Спасибо. У нас в гостях был Ян Белинский. И вам, уважаемые телезрители, за то, что вы были в понедельник утром с нами. Огромное спасибо. Вел передачу Борис Тенцер. До новых встреч по понедельникам.